Поисковая операция проходила в труднодоступной местности, в тяжелых погодных условиях. Горы, снег, ну, снега меньше, чем обычно для этого места, но вполне достаточно. А вот прошли более 200 километров за это время на технике. Пострадавший, как ни странно, отделался небольшими обморожениями. Вот, и почти не сбился с маршрута, нашли его совершенно недалеко от Торной тропы. Они это потом обработают. Будем разговаривать красиво.